Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем здрасте! В ваших ящиках, а может и в плазмах, если фартануло, программа «Обзор социальных сетей». Я Сережа Георгич, и я свято верю, что это ваша самая любимая программа на свете. Если это правда, то, пожалуйста, прямо сейчас хлопните в ладоши 3 раза. Услышьте! Это очень важно, потому что если хлопнуть не 3 раза или вообще не хлопнуть, то никакого чуда не произойдет. Ну, давайте! 1, 2, 3! Вот. Только что я был обладателем самых масштабных аплодисментов за всю историю человечества. Уважаемый Стас Михайлов, да, он тоже хлопал. А теперь, для чего я вас всех тут собрал? Редакция «Шансон ТВ» полна сил. И сейчас мы будем ставить оценки талантам России за то, как они ведут свои социальные сети. Сегодня мы с вами посмотрим, как ведет свои соцсети Любовь Попова. И самый внимательный зритель сразу воскликнул: «Ага! О Любови Поповой выходил выпуск обзора социальных сетей ровно 2 года назад!» Ты представляешь, мне пришлось перекраситься в рыжий цвет, чтобы хоть как-то ТВ-шансон на меня обратил свое внимание. Убедительная просьба не повторять. Интересно, как там у нее все изменилось? Дорогой зритель, вот и мне это очень интересно. Побежали на сайт. Итак, вот он, личный сайт певицы. Ого, какой! Какой? Да такой же. В дизайне никаких обновлений не произошло. Песни, видео, фото, афиша, биография. И все какое-то пустынное, забытое, уже слегка в паутине. Я без тебя... Как роза на снегу, я без тебя согреться не могу. Самое печальное, что даже раздел фото остался таким же, каким я его видел 2 года назад. Хотя песен и видео хоть немного, но поприбавилось. Грусть, тоска. За сайт придется ставить 3. Благо, на сайте как были, так и остаются ссылки на социальные странички Любови. Заходим в группу ВКонтакте. Так-так, подписчиков, прямо скажем, сильно не привалило. И еще я не могу понять, почему в шапке группы нет совершенно никакой информации о Любови. На сайте очень-очень интересный раздел «Биография». Ну, хоть парочку предложений оттуда возьмите, да и скопируйте сюда. Ну, пожалуйста. Кроме того, я не обнаружил раздел «Ссылки». Это очень плохо и неудобно. Получается, с сайта в группу попасть можно, а обратно никак. Новые публикации появляются здесь с завидной частотой. Однако, почти все они прилетают репостами с личной страницы артистки. Ну, пойдемте уж сразу туда. В закрепленной записи пост о прошедшем концерте Ярослава Сумишевского, на котором была и Любовь Попова. И не просто была, а еще и пела, и все это было в крокусе. Москва! Спасибо вам большое, вы не представляете, как приятно сделали. Пусть, девушка. Ну вот, спасибо тебе, друг. Ну, однозначно лайк. Опа! А вот Любовь с Мариной Селивановой. Фото подписано. Мы две хохотушки. Листаем дальше. Ого, смотрите-ка, что я нашел. Этот пост посвящен фанатам Любови. К нему Любовь прикрепила видеозаписи, на которых ее фанаты поют ее же песни. Читаем подпись. Друзья, продолжаю выкладывать кавер-версии моих песен. Как здорово и приятно, что вы их поете и в караоке, и на праздниках. Это лучшая награда для всей нашей команды. И, кстати, Любовь, зачем же вы воткнули ссылку на группу в статус странички? По ней же даже нельзя перейти. Да и к тому же, я ведь постоянно твержу, дорогие артисты, ну, не надо репостить все на свете со своей странички в свою же группу. Пусть они хоть чем-то отличаются. Эх, ну,
за ВК. Тоже тройка, знаете ли. Пусть все на свете против нас. Ты вопреки всему останься. Не отрекайся ни на час и ни на миг. Не отрекайся. В «Одноклассниках» с друзьями у Любови дела получше. Вообще страничка активная. Есть новости, которые я только что листал в ВКонтакте, но есть и исключительно местные одноклассные. Народ активно все комментирует и ставит свои классы. В группу люди пока что не приходят. Но в целом в «Одноклассниках» у Любови все здорово. С удовольствием ставлю ей 5. Боже, знаю, грех это мой. Боже, я подбита стрелой. Боже, дай мне встать на крыло, чтобы снова быть сильной. На Ютубе все красиво. И аватарка, и видосиков полно. Правда, подписчиков почему-то не очень много. Друзья, вот зря вы не подписываетесь на YouTube-канал Любови. Здесь можно смотреть видео выступлений, концертные записи и интервью с артисткой. Самое популярное видео на канале – это запись живого выступления Любови с песней «Мне не плачется». Еще я заглянул в раздел «О канале». И представьте, каково было мое удивление, когда я обнаружил там ссылки на все соцсети артистки. Просто вымела метель, чувство начисто, и не плачется, поверь, мне не плачется. Это касается не только Любови, но и всех остальных участников нашей программы. Если вы думаете, что это не важно, то вы очень сильно ошибаетесь. Вот посмотрите, я захожу в ВКонтакт и набираю «Любовь Попова». И бах! Больше 4000 людей с таким именем. Так что либо придумывайте себе эксклюзивный псевдоним, либо скрепляйте все свои странички ссылками друг на друга. Ладно. YouTube-канал меня порадовал, и поэтому получает 5, но с огромным минусом, который будет уменьшаться по мере того, как вы, дорогие мои, будете подписываться на канал Любови Поповой. А вы, Любовь, вы молодчина. Я желаю вам удачи и творческих успехов. Надеюсь, все мои замечания пойдут вашей популярности на пользу. Смотрят все Шансон ТВ, любят все Шансон ТВ. И на этом у нас все. Вы главное помните, искусство принадлежит народу. Это была программа «Обзор социальных сетей». Любовь Попова, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей.